Гугма. Нет, это не фамилия, что вы? Это образ жизни. Мне так все нравится пробовать, дегустировать. Так нравится! Что вы, столько сегодня всего в магазине, так хочется попробовать! Ну, что, что вы, авокадо я ела. Я лягушьими лапками, прости господи, закусывала. Потрясающая дрянь! И тут я, значит, захожу в магазин и вижу такая, ну, я даже не знаю, что это такое, ну, лакомство из Южной Америки. Куртупан. И не фрукт, и не овощ, но в продовольствии. Ну, на вид, знаете, вот так, смотрите, я вам сейчас это скажу. Значит, вот смотришь, вот фас, картошка. А в профиль такой, ну, банан, но в пупырышках, как у огурца. Все, купила, принесла домой, вывалила на стол. Думаю, чем же тебя едят, дикобразы этакие. Попробовала укусить, не кусается, нож пополам. Думаю, значит, ты овощ. Значит, будем тебя варить. Я в кастрюлю. Я 5 часов воду подливала. Это дырянь! Из кастрюли выбиралась и стоит на своем. Только цвет поменяла. Он же был фиолетовым, а стал какой-то голубой. Господи, я как трахну молотком! Как он вскочил, как он стал летать надо мной, над головой. Бог мой, хорошо, что я голову пригнула. Так он вазу, мою кругостальную вазу, напоминание о девичестве к чертовой матери. Думаю, ладно, пока он летает, я схожу в магазин, узнаю, как его надо есть. Я прихожу в магазин. И спрашиваю продавщицу, девочка милая, скажите, пожалуйста, как этот куртупан в организм попадает? Может быть, каким-нибудь другим путем? Ну, внутривенно, например. Или внутримышечно. Эта девочка так глазки опустила и говорит, эту сволочь надо грызть. День грызу, второй грызу, на третий день чуточку надогрызла. Ну, интересно вам по вкусу, что это? Ну, не интересно. Вы железные опилки когда-нибудь пробовали? Ну, вот примерно на 5-й день, когда передние зубы кончились, я перешла на коренные. Коренные зубы кончились ровно через 2 недели. Ну, конечно, я утрирую, но примерно так и было. И тут я вспоминаю, что у моей сестры мужа работает на заводе, а там же всякие аппараты, сверлильные, дробильные, пилильные, черт знает какие. Думаю, все равно я внутрь этой дряни попаду. Я иду на завод, о чем-то своем девичьем задумалась, дрянь в сумке. Вдруг визг, свист, тормоза, я в одну сторону, сумка с дрянью в другую сторону. Вдруг что-то взорвалось, грузовик перевернулся, смотрю, в моей сумке это дрянь дымится. Думаю, все равно я попаду, все, я туда ползком вытаскиваю, представляете, внутри семечко. Обыкновенная семечка. Только нашу семечку я развел пальцами в рот, и все. А оказывается, южные американцы свои семечки в боеголовки запаивают. Фу ты, гора с плеч, гора с плеч. Будет о чем в старости вспомнить, будет о чем внукам рассказать. Все-таки жизнь прожита не зря.